Несмотря на заявление ГСЧ, синоптики заявляют, что до конца лета погода в Одессе будет теплой. Возможен дождь, но маловероятен. А в области будет даже жарче, чем в городе. Температуры воздуха высокие, 16-21 и 28-33. По Одессе это около 29-31 градуса в тени. Южный ветер, не штормовой, достаточно слабый, 5-10 метров в секунду.